Ой, ё-моё. Всем привет! Сегодня будем снимать видео. Загадочное видео. Вот загадочное видео о том, как в Brawl Stars вышел новый боец Отис. Да вы его давно увидели, если обновили Brawl Stars. Посмотрите в самые быстрые съемки. Вы услышите, как я практически... Я в Майнкрафте типа ломаю блоки. Вкусная красная земляничка, наверное. Такое еще никогда не пробовал. Она очень сладкая. Да. Она как бы очень сладкая, мы вам хотим показать. Вы слышите? Самые быстрые съемки. Вы слышите? Как будто я блок сломал, да? В самой быстрой съемке в мире. А в самой быстрой съемке, наверное, очень быстро пробегу вокруг дома. Потому что и так быстрый, а съемка охрененную скорость просто дает. Раз, два. Ой, багуси тут. Сначала багущу погладим. Ну, хвостик. А, ты багуся свой хвостик просто бережет. Ох, побежала. Багусь, ты хочешь тоже на быстренной съемке? Бежим. Поворачиваем. Ух, устал. Вы быстрее на съемке? Наверное, это быстрее будет. Я, наверное, удалю из звезды убрался. Вы быстрее на съемке? Быстрее будет. Вы кусите своим хвостиком, вот так вот быстрее будет вилять. Джек, тебе нельзя. Чё так ему что ли прогонять, блин? Ах ты! Ай. Да ну тебя, бабуся. Багусь, ты, там твои любимые птички. Багуся! Багуся! Там твои любимые птички. Наверное, так очень быстро будет. Да, понятно, понятно. Иди на улицу свою. Ой, рычит такая королева как будто. А я король тогда.
Королей надо больше слушаться. Вообще-то. Все, Джуку, слежи. Это видео подходит к концу. Что там в этом компьютере? За лет среднего роста. Что это вообще такое? Ищет пожарный, идет милиция, ищет фотографы. Фотографы. Что это за стихи такие? Значит, у нас воздушный пластилин. У меня, точнее, есть. Всем пока. Мы с вами будем прощаться. Посмотрите на самые быстрые съемки, которые можно. На съемке 2Х или 1.5, сколько-то вот. Короче, всем пока. Я буду очень охрененно бегать. Всем пока.